В связи с тем, что цены на недвижимость в Турции сильно возросли из-за резко возросшего спроса, теперь далеко не каждому доступны многие районы для проживания. И мы решили сделать подборку самых доступных районов в отношении ценника аренды квартир, ну, например, вот на ноябрь месяц. Ты на канале Turkispace, я Олеся. Я Владимир. Погнали. Начнем с того, что европейскую сторону Стамбула мы рассматривать не будем, так как ценник там значительно выше азиатских районов. И ниже 25 тысяч лир за приличную квартиру там вообще не найти. Поэтому, если у тебя небольшой бюджет, то сразу все эти районы Европы, которые на слуху каждого, кто бывал в Стамбуле, отметай. Смысла суваться туда вообще нет никакого. Либо готовь приличную сумму денег. Поэтому сегодня будем рассматривать Азию Стамбула. Когда останавливаешься в Азии и озадачился поиском квартиры подешевле, сразу забывай все прибрежные районы Стамбула, такие как Кадыкёй, Пендик, Бейкос, ну, кроме небольшого микрорайона, о котором расскажем попозже. Также Мальтепа и Картал тоже можешь не рассматривать. Во всех этих районах цена квартиры начинается от 20 тысяч лир. Первый район, о котором стоит сказать, это Усть-Кудар. Район тоже считается прибрежным, но он достаточно большого размера и уходит вглубь. Поэтому можете рассматривать самую глубину района, где ценник от 12 тысяч лир. Квартира с минимальным количеством мебели или совсем без нее начинается от 8 тысяч лир. В районе очень развитая транспортная сеть, социальная инфраструктура. Большое разнообразие кафе и ресторанов. Архитектура в районе разнообразна и представлена как малоэтажными домами, так и дорогими частными домами и виллами. Есть старые деревянные постройки, которые придают району колоритность. Такие обычно деревянные постройки, они не сдаются в аренду, они больше для архитектурной такой красоты сделаны. Высоток в районе не очень много. Стоит рассчитывать на квартиру без всякого там евроремонта, новой мебели, а простую чистую квартирку, если хочется подешевле. Если рассматривать квартиру в жилом комплексе, сите это называется на турецкий манер, то цена сразу вырастает до 15 тысяч лир минимум. В районе хорошая паромная пристань и развязка Мармарай. Следующий район – это район Умрания. Спальный район в азиатской части города, архитектура которого представлена как современными жилыми комплексами, отдельными высотками, так и малоэтажными и частными домиками, с множеством микрорайончиков, с классическими узкими азиатскими улочками, где могут пастись петушки, гуси, уточки, там, всякое такое. Район считается самым экологически чистым в Стамбуле. Инфраструктура и транспортная сеть очень развиты. Район – это чистый спальник, в котором есть абсолютно все для комфортной жизни. Да, район представляет собой классическую Азию с торговцами на каждом углу, множеством фермерских рынков, стихийных рыночков. Попадаются те, кто расстилает клееночку прямо посреди улицы и торгует тем, что есть у него. Ну, как по мне, это придает колоритность району. Продуктовые магазины здесь на каждом углу. В районе проживают в основном турки, сирийцев и афроамериканцев нет совсем. Иногда попадаются арабы. Даже не афроамериканцы, а афротурки. Угу. В районе полно школ, университетов и больниц. Кафешек здесь тоже полно, но большинство из них представлены классической турецкой кухней. Есть несколько небольших торговых комплексов, где представлены привычные сетевые кофейни и кафе с разнообразной кухней. Район этот спокойный и не шумный, очень безопасный. Местное население здесь очень дружелюбное. Ценник на квартиры без мебели начинается от 7500 лир, с мебелью от 11 тысяч лир. Но не жди квартиры с европейским ремонтом. Квартиры больше в турецком стиле, но они очень уютные и чистые. Если же квартира расположена в жилом комплексе, то ценник будет от 15 тысяч лир. А если она будет еще расположена близко к метрополитену, то и все 20 попросят. Следующий район – это Тузла. Район с выходом к Мраморному морю, с развитой инфраструктурой, покрывающей все бытовые потребности любого человека. В районе множество больниц, школ, детских садов, почтовых отделений, банков, всевозможных магазинов, кафе, ресторанов и рынков. Квартиры в глубине района начинаются от 8 тысяч лир с мебелью и без нее от 6,5 тысяч лир. Архитектура представлена как высотками, так и малоэтажными домиками.
Также есть улочки, выполненные в европейском стиле модерн и мощеным камнем вместо асфальта. Спокойный и безопасный район. Местное население представлено турками и в основном рыбаками. До центра легко добираться на метро. Следующий район – Шиле. Моя любовь. Шиле. Это отличный район в Стамбуле, представляющий собой отдельный курортный городок, расположенный прямо на побережье моря со своей атмосферой ленивой жизни. Район, он просто утопает в зелени и цветах. Архитектура района представлена в основном малоэтажными домиками в азиатском стиле. В районе развита инфраструктура, покрывающая все бытовые нужды. Здесь много разных колоритных ресторанов и кафе с очень приятными ценами. Единственный минус в том, что район хоть и считается частью Стамбула, но находится все же в некотором отдалении от самого города. А именно, это 1 час езды на маршрутке, допустим, от станции метро Чекмекой. Но зато благодаря этому ценник на аренду начинается от 6 500 лир. Порой даже попадаются квартиры и за 4 500. Летом в этом районе жить — это просто настоящее райское наслаждение прямо на берегу моря. Я бы хотела там квартирку. Да, приятное очень место. Довольно-таки очень-очень. Следующий район – это Санджак-Тепе. Это простой азиатский спальник, без особенностей архитектуры. Дома здесь очень разные. Как старые частные домишки с гусями и курями, так и современные ситы с охраной и высотные коробки. Инфраструктура покрывает все бытовые нужды. Множество классических турецких магазинов, сетевых супермаркетов, продуктовых лавок, фермерских рынков. Куча магазинов, в которых, как на рынке, можно купить черта ступи. Банки, аптеки, детсады, школы, больницы. Здесь также все в достаточном количестве. В районе, как и в любом турецком районе, кафешек множество. Множество турецких забегаловок и сетевых фастфудов. Таких как Бургер Кинг, Макдональдс. KFC, вот. Население представлено в основном турками и немного арабами. Все местные, они дружелюбные. Даже покрытые женщины на вас не будут косо смотреть. Район тихий, спокойный и безопасный, но простенький. На метро до центра добраться не составит никакого труда, но время придется потратить. Ценник на квартиры от 8 000 лир. Попадаются предложения и за 6 000 лир. Следующий район — Чекмекой. Это также глубокий спальник с населением из турок, немного арабов и совсем немного иностранцев. Инфраструктура здесь хорошо развита, шикарно развито транспортное сообщение. Здесь множество магазинов, рынков в азиатском стиле, на каждом углу сетевые супермаркеты. Местные в Чекмекой очень дружелюбны. Архитектура представлена в основном малоэтажными домами и жилыми комплексами и небольшим количеством высотных домов. Улочки выполнены в азиатском стиле, такие вот узкие, наполненные всякими магазинчиками, там кто во что гораст. В этом районе проживает очень много семей с детьми. В районе спокойно и безопасно. Цены на квартиры начинаются от 10 000 лир. Ну, иногда попадаются предложения и за 8 000 лир. Но они уходят как горячие пирожки. Да, здесь надо пришел, посмотрел, понравилось, надо сразу брать. Потому что если будешь думать, то квартира уже не будет завтра. Да, 1-2 дня, максимум 3 квартиры, все, уходит. Следующий район — Бейкос. А именно, турецкая деревня Рива на берегу Черного моря во внутригородском районе Бейкоза. Расположена между Анадолу, Финире и Шиле. Это милое такое зеленое местечко, еще мало населенное иностранцами. Имеется базовая инфраструктура с магазинами, кафе, ресторанами, почтовыми отделениями и банками. Учитывая, что эта деревенька Рива, которая входит в состав Бейкоза, находится именно в районе Бейкос, то чего будет не хватать в районе из инфраструктуры, там магазинов каких-то, ну, например, съездить в торговый центр или в больницу, или еще куда-то что-то, где-то развлечься, то это всегда можно сделать, сев на автобус. В деревеньке есть свои пляжные зоны и зоны для кемпинга. Это тихое и очень спокойное место. Туда очень часто ездят туристы именно летом на отдых, на такой уединенный морской отдых. Цены на квартиры невысокие по сравнению с многими другими районами. От 8 000 лир за большую квартиру в 100 квадратных метров и за 16 000 лир можно снять шикарную квартиру со своим садом. Следующий район — Аташехир. Это спальный район, представленный в основном жилыми комплексами и высотками. В районе развитая транспортная сеть и социальная инфраструктура с множеством магазинов, кафе и ресторанов на любой вкус.
фермерскими рынками и множеством торговых центров. В этом районе проживают турки среднего класса. Квартиры там сильно разные, как очень дорогие, так и средние, с ценой от 10 тысяч лир. Также попадаются предложения и за 8 тысяч лир. Ну ты помнишь, что с такими предложениями случается. Этот район очень спокойный и безопасный. Подойдет он всем. Район Адалар, или Принцевы острова. Это район Стамбула, расположенный на островах, добираться до которых следует на пароме. Район крайне колоритный, как в фильмах про райские острова. Острова сами по себе очень самодостаточные, между которыми хорошо налажено паромное сообщение. Самая развитая инфраструктура на островах Буюкада и Хейбелиада. На остальных инфраструктура попроще, но между ними легко добираться. На островах имеются все сетевые магазины, школы, детские сады, мечети, православные церкви, спортивные клубы, кафе и рестораны, разные мелкие турецкие магазины, а также больницы и банки. Острова утопают в зелени и пляжах. Архитектура представлена частными и малоэтажными домами. Эти острова подойдут для людей, желающих уединенной жизни и очень спокойной. Цены на квартиры начинаются от 8 до 10 тысяч лир. Есть шикарные варианты от 14 тысяч лир. Ну вот. Мы попытались разложить подробно про ситуацию с квартирами в самых дешевых районах азиатской страны Стамбула. И мы понимаем, что каждому хочется жить в максимальном комфорте, где поблизости есть все возможные атрибуты этого комфорта. Но, к сожалению, ситуация в Турции сильно изменилась, и придется расставлять приоритеты между ценой и принципом «все включено». Подписывайся на канал, чтобы нас становилось больше. Ставь палец вверх, чтобы алгоритмы YouTube чаще показывали это видео другим пользователям. Добро пожаловать в комментарии с вопросами, замечаниями, предложениями, историями и так далее. А также с нами можно связаться при помощи почты, указанной под видео. А также у нас есть сайт, ссылку на который найдешь под видео, куда можешь обратиться за помощью арендовать квартиру. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания! Thank you.